Ника сегодня – это двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, поздравляем всех вас и нас с началом этого действительно праздника спорта. Мы находимся непосредственно на месте проведения его, на арене в Пекине. И ощущения просто потрясающие. Прошло 4 года с того момента, как я когда-либо была на Олимпийской арене. Вот, так что еще раз хочу поздравить нас всех с тем, что Олимпиада все-таки состоялась. И так здорово, что мы втроем находимся здесь. Мы находимся очень и очень высоко от арены, настолько высоко, насколько это возможно. И это позволяет нам видеть прекрасную Олимпийскую арену во всей красе. Жень, для меня прошло уже 20 лет с того момента, как я был в последний раз вживую присутствовал во время Олимпийских игр. Для тебя прошел период в 4 года. Вот ты когда увидела, когда ты вышла на эту арену, какими были твои эмоции? Вообще захотелось ли тебе выйти вновь на лед? Вновь порадовать всех своих болельщиков своим мастерством. У меня были такие ощущения, что я пришла как будто бы домой, потому что ощущение такое, что это было не 4 года назад, а хотя бы неделю. То есть, я не знаю, были очень странные ощущения, потому что 4 года абсолютно не ощущались. А по поводу того, что выйти на лед, наверное, такого ощущения не возникло, потому что я здесь, и здорово, что мы вот все втроем находимся на комментаторской позиции. Мы действительно здесь, а на лед сейчас выйдут наши... Камера переходит, просто сказать: Марк, спасибо! Марк, потрясающее катание, спасибо тебе огромное. Лично хотелось обратиться. Леш, вот, вдруг увидишь эту запись, уверена, что обязательно до тебя дойдет. Мы тебя поздравляем с потрясающим прокатом короткой программы, но, как мы уже и говорили, что короткой программы не выиграешь, короткой программы уже на данный момент и не проиграешь, потому что Марк, пиши, это было супер. Это пиши было супер. Мне. Пиши Леше. Пиши мне, я тебе все скажу. Он тебе все расскажет. Все. Так что, Марк, держим за тебя пальчики и желаем тебе огромной удачи и уверенности в себе в произвольной программе. И надеемся, что вот такая вот триумфальная короткая программа даст тебе большой уверенности. Да, тем более есть несколько дней для того, чтобы выдохнуть, перевести дыхание, успокоиться, подготовиться к произвольной программе. Но спасибо тебе за то, что сегодня нам показал. Ну, а у нас, собственно, нет времени для того, чтобы выдохнуть.